конечно же, впервые в Ленинских горках. Мне кажется, что сам Владимир Ильич, если бы услышал эту композицию, он был бы доволен. Он был бы доволен, потому что это же его слова, что самым важным искусством для нас является кино, а потом джаз. Итак, нет, ну, может, наоборот, да. Спасибо. Так хорошо. Вот вы все смотрите, сразу хочется больше говорить. Алёша Миля. Thank you.
Спасибо. Никогда еще наш шмель не летал так быстро.